Друзья, всем привет! Сегодня я свяжу нимфу, которая называется Грей Гус, Серый Гусь. Эта нимфа в воде имитирует нимфу поденки. Разработал ее Фрэнк Сойер. Предназначена она для ловли форели и хариуса. Как вы догадались из названия, вяжется эта нимфа из пера серого гуся. И это единственный материал, который здесь используется. Итак, переходим к изготовлению нимфы. Thank you.
Нимфа готова. Кстати, забыл вам сказать, что Фрэнк Сойер изготовил ее для ловли в шведской Лапландии, что дает хорошие шансы использования этой нимфы для ловли форели и хариуса на реках Карелии. Итак, на этом я свой фильм заканчиваю. Если он был вам интересен и полезен, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на мой канал и до следующих встреч. Всем пока, увидимся на моем канале.